Сегодня 30 июля. Мы наконец-то выбрались на хорошую рыбалку. В нашем составе сегодня Милый. И там впереди патриотик едет с Олегом и Мариной. Что, хорошие нам рыбалки? Главное, чтобы погода не забыла. Ну все, мы приехали на Каменное. Теперь надо машинку. Водичка, кстати, ушла хорошо. Вот сейчас мы катерок-то скинем в воду и пойдем палаточку ставить. Блин, все, пропустила. И дождь пошел. Четыре 4:25 утра. Милый уже готов отправляться. Народ потихоньку просыпается. Ну не весь, но потихоньку. Вот рассветик такой. Народу-то много. Люди уплывают. Я тебе говорил. Надень шапку нахер. А что ты надеваешь? У тебя же вон еще жилет. У тебя. Почему? А вы какой давали нам жилет? Ну, тут Олега. А, тут Олега? Я думала, ты еще давали. Утренние сборы. Кущенька, вот у меня подгузники одевать. А что там будет светить? Че, все готовы? Ну, кофе это кофе, извините. Надо было первым вставать, костерчик разжигать. Вот, Олег у нас уже добрый. Кофе попил практически. Ну, сейчас начнет. Милый? Все, мы погнали. Кто-то вчера пил, у вас окна запотели. На рассвет. А походу весь берег. Кто-то вчера пил, у вас окна запотели. А походу весь берег. Ну вот мы на камнях.
Милый уже 2 окуня заловил. Мы ходим как неприкаянные, кидаем удочки. А вот дочерина пирамидка с прошлой недели. Вот, это специально для Танюхи. Так, водичка-то ушла здесь хорошо. Почти на метр. О, и у Марины рыбка есть. Вот наши живые. Обратно везем в целости. Помашите ручкой. Говорит, не хочет. Ну ладно. Саша, помаши ручкой. Ха-ха, о, милый хочет. В общем, все у нас готово. Уха. Лодка вот пошла. Вот, все готовы. Олег пошел молиться. Сейчас мы коптерка запустим. Ну, помаши ручкой.